С 1 апреля начался весенний призыв в армию. Вооруженные силы Российской Федерации планируется отправить 150 тысяч молодых людей. С каким настроением идут служить славянские мальчишки, расскажут наши корреспонденты. В весенний призыв отправятся служить более 6500 кубанских ребят. В первых числах апреля они прибыли в военный комиссариат по месту жительства на призывную комиссию. В составе призывной комиссии представители военкомата, управления образования, казачества, правоохранительных органов, медработники. Председателем комиссии является глава района Роман Синеговский. Гражданин Ногин Вячеслав Владимирович на призывную комиссию прибыл. Сколько лет? 21. До своего роста здоровый парень. Молодец. Спортом занимался? Да. Чем? Тяжелая атлетика, легкая атлетика, баскетбол, футбол. Готов к службе? Да. Сухопутные войска. Вопросы есть? Никак нет. Весенний призыв продлится по указу президента Владимира Путина до 15 июля. В этот период каждый молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет, возраст с этого года увеличен, по первому требованию обязан явиться в военкомат. На призывной комиссии с учетом состояния здоровья, семейных обстоятельств, а также обучения в высших и профессиональных учреждениях принимается решение, получит юноша отсрочку от армии или будет призван сейчас. Служить ребята будут в течение одного года. Как подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ни один солдат срочной службы не будет направлен в новые регионы и зону специальной военной операции и по окончании службы вернется домой.